Ребята, всем привет! Рекомендую вам канал Никиты Белянина. У него уже пару тысяч подписчиков. Давайте поможем ему побольше набрать, потому что он реально снимает стоящие, интересные видео. Ссылка будет в описании. Переходите, смотрите и подписывайтесь. И погнали, начинаем вложик на море. Доброе утречко, день, вечер, ночь. Мы отправляемся в Анапу. Поехали. Бесплатные дороги на юг. Мы рядом с Воронежем. Сейчас будем купаться в реке Воронеж. Ну что, привет из Воронежа. Быки, смотри, 3 километра. Мы сейчас находимся где-то между Воронежем и Ростовом-на-Дону. Заехали на ночлег, поспать-то хоть чуточку надо. Там газелька чуть газует. В общем, поспим часика 4 и на рассвете уже выдвигаемся снова. Потому что нам вообще завтра надо уже быть в Анапе. Тут еще пацан очень просит показать его коммент в следующем влоге. Четкий, Ваня, покажи, пожалуйста, мой коммент в следующем влоге. Показываю, вот. Вот, я показал все. Вот люди тут, кстати, спят. А я тут базарю. 4:20 на часах. Выезжаем. Честно, я не знаю, где мы. Мы где-то между Ростовом и Краснодаром. Ростов проехали, и я тут встретил Альфу. На спидометре у нее 60, я думал, она 80 стелет. Но это вроде Альфа, ребят. Я был маленький, я пипец как хотел собаку. Вот. Но сейчас что-то не очень хочу, потому что гулять с ней надо и так далее. Здравствуйте. Я не верю, но мы это сделали, мы добрались до моря. Я вас всех поздравляю, ребят, все, мы пошли плавать. Ехали часов 30, пипец. В общем, вот такой обычненький номерок, как в Турции, в принципе. Тут очень стильная такая ванна, душ такой. Во, сейф есть, холодильник есть, кровать двухспальная, кровать односпальная, телевизор плоский, вот такая стойка мебели, балкончик с видом на море. Ну, что я могу сказать вам, ребят, ну, естественно, Турция в 100 раз лучше, но и дороже в 2 раза. Вот, сейчас закрыто. Еще плюс Турции то, что там все включено, там все бесплатно, еда, все, напитки. А тут за все надо платить. Вот я покушал на 210 рублей, считай, купил еды на 210. Мороженка 56 шариков, 50 рублей. И пита греческой кухни 160. Привет моим друзьям-борцам греко-римским. Короче, приятного аппетита, ребят. Приехали сейчас на другой пляж, где мало людей, где офигительное море без водорослей. Не то, что у нас. Тут такие агрегаты стоят. А то в нашем Витязе вот там вообще дохренище народу и море грязное. Сейчас покупаемся хоть в чистом море.
Да, я модненький, короче, смотрите, прикол. Справа, точнее, да, справа лиман, слева море. Тут прям такая коса длинная. Поехали мы домой хавать, потому что я уж голодный. У меня животный плоский. И по традиции надо проверить, как работает выхлоп у машины. Пляж Витязева. Тут что минусы-то какие? Море грязное, вначале водоросли дофига. И народу очень много. Но ничего, я уже привык как бы. Но зато сегодня пойду кататься на квадроцикле. Построили новые отели. Вон, линия отелей такая. Вот наш отель. Номер на троих стоит 5000 рублей. Он самолетик полетел. В тех отелях чуть подешевле. Просто наш отель самый первый тут стоит вот на этой линии. Вот. В общем, вот так. Сегодня катнул на квадрике, завтра на тарзанке полечу вверх, короче, в небо. Погнали. Тихо, тихо. Надо, надо. Ты же тебе никого. Пониже, Санис, пониже. Нет, посмотри, все в камеру. Тут паучки. Немножко закатика российского флага. Море, море, край бездонный. Bitch, sing to it. This how you cook up some dope with no powder. Don't turn on that stove, just turn this shit up louder. Black Eddie Bauer, mask on my face like I'm ready to take what is yours cause it's ours. Y'all stole my style, I shit on you like bowels and take all your princesses. Bitch, I am Bowser. Fuck superpowers, I got this weed. Girl on my head, dog, that's all that I need. I don't play games, man, I'm not in no league. And I don't drop no names, but bitch, I am from Cleveland. Play the damn, summer to Britney, we did it again. I heard who got her acquitted again. And my bank account holding six digits again. Pull up from here, this for the ones who ain't making. This for the ones who ain't making. Focus your lens, pointed at me and see greatness. Pointed at me and see greatness. Ready to bend, don't need all that for savings. Tezo need all why he racist, but homie, I'm saying I need a penthouse that's vacant. A-rap money, salam alaikum, the bitch is so wicked. Pick up your shot, my bitch is a murderer. She got a body, she got that brain. Soma cum laude, my city the... Приехали на Черное море, оно зеленое, смотрите. Ребятки, я в аквапарке, и сейчас мы пойдем вон туда вот. 113 метров, ребят, это пипец. Ребята, к сожалению, на горках снимать запретили, но тут вообще офигительно. Все как в Турции, только платно. Косарь стоил билет в аквапарк. Тут всего 8 взрослых горок. Я скатился на всех, заценим пенную вечеринку. Вот, я скатывался и слева, и справа, и справа, и слева. Вон пенная вечеринка, погнали. Все, погнали домой. Послезавтра домой уже. Ну вот она, Анапа. We'll be right back.
Ребят, вот как я летал. Тебя там крутит наверху, это вообще пипец. Это страшнее, чем выглядит. У меня после этого аквапарка, по-моему, глаза выросли. Я просто ехал вот с такими глазами, ничего там не видно. Все, ребятки, сегодня мы уезжаем. Давайте, спасибо вам огромное за просмотр. На YouTube сейчас такая тема, очень сложно пробиться вперед. Так что, если ты не делаешь неповторимый контент, значит, иди кататься на банане. А я не хочу идти кататься на банане, я хочу повыше пробиться. Так что рассказывайте друзьям про мой канал, сами подписывайтесь. Подписывайтесь на Instagram, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, подписывайтесь на остальные соцсети. Вот, ребят, всем рад, всем огромное спасибо, и чем больше лайков, тем быстрее новый влог. Все, мы поехали домой в Москву, ехать 24 часа, телепортируемся в Москву. Ребятки, я дома. Мы ехали ровно сутки, два раза останавливались поспать, один раз на 2 часика и другой раз в другом месте на 1 часик. В общем, в итоге где-то 3 часа покемарили заправки, плюс час, да, 20 часов ехали без остановки, считай, жесть. Все, ребят, еще раз спасибо вам огромное за просмотр, подписывайтесь на канал, если хотите, чтобы видео выходили чаще, ставьте лайки к этому видео. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый влог. Все, давайте, я пошел монтировать вам этот офигительный видосик. И потом пойду снимать новые вложики. Все, ждите новых вложиков. Спасибо, что смотрели. Пока. Ребята, подписывайтесь на канал Никиты Белянина. Мне светит солнце в лицо.